Всем привет! Сегодня я расскажу вам, что такое мерный цилиндр, чем они между собой отличаются и какие есть особенности именно этой мерной лабораторной посуды. Все мерные цилиндры идут под нашей торговой маркой Eximlab и предназначены для отмеривания, смешивания и хранения жидкостей. Вся посуда выполнена по стандартам качества ГОСТ и ISO. Более подробно с документацией можно ознакомиться в ссылках в описании под этим видео. Мерный цилиндр, как и в принципе любая другая мерная посуда, имеет два класса точности. Это первый класс или класс А и второй класс или класс Б. Стандарт качества ГОСТ определяет обязательный процесс поверки, что предполагает клеймение изделия, в данном случае мерного цилиндра, и запись с печатью в технический паспорт этого же изделия. Все сосуды выполнены из стекла марки HS, химикостойкая. Калибровка цилиндров мерных происходит на налив. Существует три исполнения мерных цилиндров. Исполнение 1 – это цилиндр со стеклянным основанием и с носиком на горловине. Представлены у нас в ассортименте от 10 до 2000 мл. Исполнение 2. Также на стеклянном основании, но уже с пришлифованной пробкой, которая, кстати, идет уже в комплекте с цилиндром при покупке. Вместительность от 10 до 2000 мл. И, наконец, третье исполнение. В данном случае у нас у цилиндра основание выполнено уже не из стекла, а из пластика, и как в случае с первым исполнением, у нас на горловине есть наливной носик. Стоит сразу отметить, что именно этот вид цилиндров продается больше всего, так как он дешевле из-за того, что просто легче в производстве и меньше стекла на это все дело уходит. Но с другой стороны есть один нюанс, что в ассортименте они у нас представлены от 25 до 500 мл. Соответственно, вот такой вот цилиндр на 2 литра вы нигде ни у кого не купите. На мерном цилиндре должны быть четко нанесены товарный знак предприятия-изготовителя, номинальная вместимость в миллилитрах, цена деления градуировки, буквы N или IN, что значит калибруется на налив. 20 градусов Цельсия – это температура, при которой проводилась калибровка изделия, допустимая погрешность измерений, обозначение настоящего стандарта, обозначение класса. Также во втором исполнении мерных цилиндров, как вы помните, это цилиндры с пришлифованной пробкой, должны быть размеры самого конуса пришлифованной пробки. То есть на самой пробке написано в данном случае 24-26, что значит нижний диаметр и верхний диаметр. Все просто. Мы продаем мерные цилиндры поштучно, и в комплект поставки также входит технический паспорт на изделие. Мерные цилиндры не являются специфическим товаром для тех отраслей производства, где они используются, а используются они практически везде, будь то исследовательские центры, лаборатории, точки контроля качества и так далее. Мерные цилиндры торговой марки Eximlab отличаются великолепным качеством и предельной точностью измерений, что было уже не раз доказано нашими крупными партнерами.